А вы должны назвать слово «какие вы». Азбука, основа, начало всех начал. А какой алфавит у нашей школы? А, актив. Это те ребята, которые делают жизнь нашей школы интереснее. И поэтому взяли все призовые места в конкурсе «Активные выходные». Б, безопасность. И сколько же нам про это рассказывают? В, веселые перемены. Наверное, самое любимое время в школе. Военная подготовка. Каждый мальчик и даже девочка с удовольствием ею занимаются. Волонтеры. Ребята, которые творят добрые дела. Выпускники. Наша гордость. Наша слава. Мы вас всех помним. Г. Гордость школы. Это ее ученики. Сколько грамот, дипломов, кубков зарабатывают наши ребята в разных конкурсах. Д. Добро. Помочь ветерану, животным, людям, досуг. Ведь больше всего мне запоминаются интересные мероприятия. Только маме не говорите. Е. Единство. Все вместе, в одной связке, нам учителя, дети, родители. Вот буква З. Что нужно беречь с молодых? Здорово беречь лучше с пеленок. А сколько слов приходит на ум, когда я думаю про букву И? Интеллект, искусство, инновации. В нашей школе каждый найдет себе занятие по душе. Каждому помогут найти свою тропинку в жизни. А для этого проходит куча конкурсов разных-разных. Только успевай их выполнять. Буква Л. Такая богатая буква. Здесь и лидеры, и лесничество. И все, что так увлекательно и интересно. М. Мама. Мой классный руководитель – вторая мама. А школа – альма-матер. А еще у нас есть мете-направление. Это любименькая буква «Н». Вот вырасту, стану лидером, ни одной ночи не пропущу. А поможет мне в этом оптимизм. А этого добра в нашей школе хоть отбавляй. Буква «П». Здесь такие важные слова. Патриот, память. Народ, который не помнит свою историю. Обречен на забвение. А столько славных событий произошло с нашей страной. Об этом нужно знать и помнить. А помощь, поддержка всегда пригодится. Родители такие не бывают, когда смотрят дневник. А когда они приходят в нашу школу, их очень трудно отличить от нас, детей. А еще на эту букву есть в нашей школе РДШ. Нет, это не РДК и не РЖД. Это самая настоящая детская организация. Как узнать, какая буква самая главная? Ну, я думаю, что буква «С» точно пойдет в пятерку главных. Ведь на эту букву начинаются такие слова, как семья, содружество людей, которые вместе строят будущее. Наша школа – наша семья. И вместе с этой семьей мы учимся быть счастливыми. Каждый сам творец своего счастья. Это буква «Т». И к ней однокоренное слово «творчество». И тут, кстати, на букву «Т» есть еще слово «туризм». Ух, ты добралась до буквы «У». А тут учителя такие разные. Буква «Ф». Флаг. Это наш главный спутник во всех мероприятиях. Я вспоминаю, в какой великой стране я живу. И моя школа – часть этой страны. А какой у нас школьный двор. И все это нашими руками сделано. Такая красота сама по себе воспитывает лучшие качества. Например, щедрость. Буква «Э». Хотя на эту букву не так много слов. Но я люблю слово «экскурсия». Буква «Ю» год назад был юбилей школы. В этом году юбилей области, а уж на будущий год самый главный юбилей победы. Это буква Я. Но я хочу сказать.
слово, которое начинается с этой буквы, а наоборот заканчивается. Это слово «Россия», моя родина, и я ее часть. Добрый день. Здравствуйте. Приветствую всех, собравшихся в этом зале. Сегодня в Алматинском районе происходит уникальное событие – торжественное открытие центра. Мы, кажется, очутились в необычном месте. Да, мы находимся в точке роста Алматинской школы номер 1. А что такое точка роста? Разве ты не знаешь? Точка роста – это центр цифрового и гуманитарных профилей. Это страна научного творчества, где каждый желающий может получить новые современные знания. Здесь происходят самые невероятные чудеса. Нужно только напрячь человеческое воображение. 21 век принес изменения во все сферы нашей жизни. В последнее время в нашей стране происходит много событий, связанных с новыми технологиями. Открываются новые научные центры и лаборатории. И вот в соответствии с программой образования в 2019 году в России появится 1000 центров «Точка роста». В Тюменской области их будет 28, и один из них в Приамутинской школе номер 1. И мы приветствуем директора школы Казаринову Елену Владимировну. Добрый день всем. Сегодня такой чудесный день, несмотря на то, что идет дождь. Но дождь, говорят, идет к счастью. В марте месяце в нашу школу поступил приказ департамента образования, где говорилось о том, что к сентябрю месяцу в Тюменской области должны заработать 28 центров точек роста. В Алматинском районе определена базовая школа, школа номер 1. Для нас это было очень неожиданно, неизведанно, интересно. И как-то с опаской мы тоже сначала отнеслись к этому документу. Потому что все новое, оно, конечно, притягивает, но и несет за собой ответственность, потому что мы первые, мы начинаем. Мы начали создание команды единомышленников. Мы определились с теми коллегами, кто, не считаясь со своим свободным временем, имея громаднейшее желание работать в вечернее время, в выходные дни, заниматься творчеством, новшеством. Мы стали создавать программы, разрабатывать направления, что мы можем предложить ребятам нашего района и нашему населению. Затем возникла другая проблема, где нам разместиться. Потому что это не просто центр, там есть определенные требования, цветовая гамма, серо-красная, есть брендирование, свой бренд, точка роста. И надо соответствовать, уж нас заявили. И началась работа. Я сегодня хочу сказать спасибо тем неравнодушным людям, кто откликнулись на нашу просьбу и оказали нам помощь в создании наших кабинетов, который будет располагаться центр «Точка роста». Прежде всего, я хочу поблагодарить нашего выпускника, ученика Макарова Юрия Викторовича за ту финансовую помощь, которую он оказал нам в ремонте помещений для реализации этого проекта. Его нет сейчас с нами в зале, он проживает в Москве. Но мы ему отправим этот счет. Было очень приятно. И еще хочется выразить благодарность Пальяновой Надежде Николаевне. Есть представитель Надежды Николаевны здесь в зале? Тоже коллектив выражает вам благодарность за финансовую помощь, оказанную в ремонте помещений. Помогли нас с строительным материалом. Также благодарственным письмом мы бы хотели отметить Ананьева Владимира Сергеевича и Ананьева Александра Сергеевича.
сердцем и щедрой душой. Слава Владимировна, можно вас сюда пригласить? Приказом по учреждению Слава Владимировна назначена руководителем центра «Точка роста» в школе номер один. Этот день для нас стал радостным событием. От всей души хочу поздравить вас с открытием. Желаю, чтобы шли вперед, не отступали. Удачу, чтобы крепко в своих руках держали. Проблемы неудач желаю вам не знать. Известность мировую себе завоевать. Центру, который будет у нас работать, школа дарит вот такие ценные подарки, робототехника, здесь три комплекта, поэтому удачи вам и успехов. Спасибо. А всем сидящим в этом зале, и прежде всего детям, ради которых все это происходит, и вам, уважаемые родители, и всем-всем сельчанам, кто здесь находится и кто будет посещать наш центр, я вам желаю в центре работы продуктивной. Грандиозных планов, мыслей креативных, отношений дружеских, поддержки и участия. В день открытия центра всем желаю счастья. Елена Владимировна, открытие центра «Точка роста», оснащенного самым современным оборудованием, позволит нам перевернуть восприятие своего досуга и творчества, воплотить в реальность свои самые смелые мечты. А теперь слово предоставляется руководителям района. На сцену приглашается начальник отдела образования Вандышева Наталья Олеговна. Добрый день! В мае 2018 года президент Российской Федерации подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. В числе ключевых задач для системы образования в указе отмечено формирование эффективной системы поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. По исполнению указа президента появился национальный проект образования. Основные направления проекта реализуются через федеральные проекты. Вы их можете увидеть на слайде. Сегодня в Алматинской школе номер один начнет работу Центр образования «Точка роста», который обеспечен современным оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей. Организация таких инновационных площадок на селе – это часть регионального проекта «Современная школа», который входит в национальный проект образования. Главная задача на 5 лет – создание современной среды обучения, в том числе для ранней профориентации школьников, поддержка талантливых и одаренных детей, развитие наставничества. Этот центр станет базой для родительского всеобуча и для подготовки детей основам безопасности жизнедеятельности. Работа центра «Точки роста» расширит возможности для предоставления качественного, современного образования для школьников, поможет сформировать у ребят современные технологические и гуманитарные навыки. Я сегодня желаю всем, собравшимся здесь, в первую очередь, конечно, ребятам, которые будут получать образование в этом центре, получить для себя что-то новое, продуктивной работы и, конечно же, успехов. Напутственные слова. А теперь слово предоставляется главе района Вольверту Виктору Давыдовичу. Дорогие ребята, учителя... Или меня не слышно? Дорогие ребята, учителя, родители, ну и гости этого мероприятия. Буквально 8 лет назад стартовала в области у нас такая программа «Расширяй горизонты», где мы все возрасты пытались научить просто работе на компьютере. И вот шагнула дальше, и теперь уже точка роста, где идет цифровое обучение. С ней мы давно уже знакомы. У нас всех есть электронные карты, у нас у всех есть в том числе и всевозможные гаджеты, но самое главное, почему это называется точка роста? Это идет продолжение. И я надеюсь, что у точки роста
большие перспективы. Особенно, это уже теперь не нам, родителям, дедушкам и бабушкам, это для вас, ребята, чтобы вы были на одну ногу, на одну руку со всем сообществом. И надеюсь, что все у нас получится. С праздником! Слово предоставляется заместителю главы по социальным вопросам Елене Ивановне Малышковой. Добрый день! Мне тоже очень приятно присутствовать на таком замечательном мероприятии. Действительно, на сегодняшний день в нашей стране реализуется очень много национальных проектов. Но вот национальный проект образования, его главная цель – это люди, их образование и их способности, и развитие этих способностей. Поэтому, дорогие ребята, сегодня очень приятно отметить тот факт, что наши сельские школы во всех муниципалитетах нашей области теперь по материально-техническому оснащению нисколько не будут уступать городским. А для вас это возможность не только хорошо учиться, но и развивать себя. Поэтому еще такой очень важный аспект, как профориентация. Здесь вы знаете, что вы уже, наверное, изучали это, то, что в этом центре, в точке роста будут и квадрокоптеры, и 3D-моделирование, и различные такие, мы их называем фишки, которые вам помогут выбрать свою будущую профессию. Потому что именно зная, кем ты хочешь стать, у тебя много есть возможностей свою мечту осуществить. Поэтому мы приглашаем вас, ребята, ваших друзей, братьев, сестер, обязательно мам и пап. Потому что когда мы учились в школе, у нас таких возможностей не было. Поэтому у вас еще больше таких возможностей реализовать себя. Центр будет работать в выходные, да, во внеурочное вечернее время, в каникулы. Поэтому у вас есть возможность заняться замечательным делом, заняться научной деятельностью, заняться проектами различными на любую тематику. А ваши педагоги, которые тоже постоянно учатся, чтобы еще интереснее вам это все рассказать, они поддержат вашу любую идею, помогут ее воплотить. Всем всего доброго и добрый путь! Руководителю Центра информационно-библиотечного обслуживания населения Мутинского района Победковой Людмиле Архиповне. Добрый день, дорогие друзья! Поздравляю вас с открытием в нашем районе нового центра. Этот центр будет у нас точкой роста, новым возможностям. Точкой роста творческой активности, точкой роста личной самореализации. Желаю всем удачи и всего доброго! Мы рождены учиться и трудиться, познать себя, стремиться к высоте. И мы хотим многого добиться и узнать, что происходит на земле. Рассеять тьму и лед в сердцах расплавить, конечно, очень даже нелегко. И потому спешим сейчас восславить тех, кто поймет, кто пойдет, поверьте, далеко. Новые люди, что они боятся мечтать, пойдут в никуда, все трудно дышать, трудно дышать. Но их не пугает та пустота, та пустота. Ведь каждый шаг — это мечта, это мечта. Они для нее сделают все, сделают все. Это их время, время пришло, время пришло. А время несется, и ты не догонишь, ты не догонишь. Ты что-то найдешь, и что-то уронишь, что-то уронишь. Эй, время первых, время смелых. Кто всеми руками берется за дело. Эй, время первых, время смелых. Вверх, вверх, в небо. Ведь так не бывает, что все хорошо, все хорошо. Скорее поймешь, что время пришло, время пришло. За звездами в небо закатами путь, закатами путь. Не вздумай сломаться, не вздумай свернуть, не вздумай свернуть. Но мир не обрядим, в нем море людей, море людей. В нем море фантазий, море идей, море идей. Ты должен запомнить, что все хорошо, все хорошо. Ты помни о том, что время пришло, время пришло. Эй, время первых, время смелых. Кто всеми руками берется за дело. Эй, эй, время первых, время смелых. Вверх, вверх, в небо. Вверх, в небо. Вверх, в небо. Вверх, вверх, в небо. Вверх, в небо. Вверх, в небо.
сентября 2019 года наша школа становится частью федеральной сети центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». По всей России в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, по программе федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования создаются новые центры. Целью этих центров является создание мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профиля и дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого взаимодействия. В преддверии этого события в школе высадили саженец, который был вручен директору школы Елене Владимировне на областной методической сессии в августе. В посадке дерева вместе с директором школы и руководителем центра участвовали активисты школы. Мы уверены, что наш центр, который начинает функционировать в школе, даст отличные результаты, а ива хорошо приживется и даст победу. А теперь я предлагаю пройти по функциональным зонам центра, но пока только виртуально. На входе нас встречает стрелочка. Нас встречает табличка сначала на фасаде школы, а затем стрелочка, которая указывает направление в зоны центра. Оформление центров выполнено с использованием фирменного стиля центра «Точка роста» брендбука. При входе в центр расписание, которое я предлагаю изучить тем, кто намерен с нами работать. Дальше. Идем дальше. Кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций под номером 13, где будут проходить занятия по робототехнике, программированию, созданию сайта. Далее по коридору шахматная гостиная и хай-тех-цех. Здесь будут осуществляться все современнейшие проекты. Далее помещение для проектной деятельности. Это открытое пространство, которое выполняет роль Центра общественной жизни и образовательной организации. Помещение для проектной деятельности зонируется по принципу коворкинга, включающего медиазону, медиатеку, зону отдыха, которая трансформируется очень легко в мини-лекторию. В каждом кабинете на стене логотип. Особенное место в нашем проекте занимает холл, на которую у нашей группы тоже особые планы. Уже сегодня вы увидите часть этого плана. В том же холле можно увидеть новый арт-объект – дерево с лепестками, на которых указаны направления деятельности нашего центра. А теперь непосредственно о тех, кто будет работать в этом центре. Итак, первый человек, которого я хочу представить, это Юлия Валерьевна Чемакина. Она будет выполнять роль... Она будет выполнять роль педагога-организатора, педагога дополнительного образования. И в то же время она будет курировать направление медиатехнологии и студии личностного роста. Еловикова Юлия Геннадьевна. Педагог по шахматам. Мельников Николай Геннадьевич, педагог по предмету ОБШ, который вместе с детьми будет осуществлять проект «Простор безопасности». Чемакин Вячеслав Николаевич, педагог по предмету технология, который будет работать по направлениям лего-конструирование, техническое моделирование, 3D-моделирование. Перемыкин Александр Дмитриевич. Педагог по информатике приглашен из Красноярской средней школы для проведения занятий по информатике и созданию веб-сайта. Разуваев Антон Николаевич, педагог по информатике нашей школы. Вам всем вручили пригласительные билеты. Они у вас, как вы внимательно понаблюдаете, разного цвета, да? Вот сейчас, когда будет проходить у нас экскурсия по центру, первый путевой лист – это простор безопасности в спортивном зале. Николаю Геннадьевичу. Дальше, следующий. Школа личностного роста, путевой лист.
кабинет номер 11. Фамилия Валерьевна. Дальше, следующий. Путевой лист. Школа личностного роста, кабинет 11. Мастер-класс по программированию, кабинет 13. Затем здесь хай-тек, кабинет 10. Робототехника, холл первого этажа. Значит, начинаем тоже с 11 кабинета. Следующий путевой лист. Кенту желтого цвета. Следующий, голубого цвета. Это у нас Юлия Валерьевна. Значит, сейчас входим в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей. Приглашаю на сцену Елену Владимировну Казаринову и ученика 8 класса Ивана Дерябина. Ага, 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 ага
громче. И все хором идем. Ребята. Thank you.
ваше мнение о сегодняшнем дне, ну и какие-то, может быть, рекомендации. Пожалуйста, и спасибо, что вы были с нами. Никита, а где ты записался? Вот,